в ресторанчике. Ой, я забыла, как он называется. Магуэль, по-моему. Ну, в общем, это не важно. Ресторанчик в центре города. И считается лучшим мексиканским рестораном Чанмайя. И сейчас мы попробуем. Я очень много о нем слышала, много читала, много раз мимо проезжали, и в этот раз решили заехать и попробовать. Судя по меню и моему опыту мексиканских ресторанов здесь, как мне кажется, настоящий мексиканский ресторан. Потому что когда мы были в мексиканском ресторане на Качанге, мне он настоящим не очень показался. Но это потому, что в Питере у меня был любимый мексиканский ресторанчик, и там были совершенно другие блюда. И на вкус, и на вид, и на... по названию. Как-то так. Вот. Поэтому мы решили прийти сюда, посмотреть, и меню мне понравилось. Мы заказали фахитос, заказали комбинированное блюдо, где будет несколько традиционных мексиканских блюд. Вот. И попробуем, расскажем, как это было. Кстати, очень уютное местечко, такое романтичное, с гирляндами. Ну, кстати, вообще очень любят гирлянды. У них такое ощущение, что здесь Новый год каждый день. Круглый год. Всегда светят огоньки.